Сергей Степанович Сидоренко, человек, имя которого навечно вписано в анналы истории Молдовы. В 1939 году он надел солдатскую шинель, а закончил свою войну на полях Великой Отечественной в Харбине в 46-м. После демобилизации Сергей Степанович более 40 лет трудился на различных должностях в Молдове. 12 лет возглавлял Республиканский совет профсоюзов Молдавии. 7 лет руководил и развивал систему профессионально-технического образования республики, являясь председателем комитета по профессионально-техническому образованию. Тысячи людей помнят его добрые дела не только на этих постах, но и тогда, когда он в течение 6 лет трудился заместителем председателя президиума Верховного совета Молдавской ССР. Депутат Верховного Совета Молдавской ССР 5 созывов, член Президиума Верховного Совета Республики, член правительства. Сергей Степанович Сидоренко на всех этих постах отличался скромностью, принципиальностью, редким трудолюбием, чутким отношением к людям, готовностью всегда оказать помощь. Сегодня невозможно себе представить историю нашей страны без имени Сидоренко, который оставил яркий след не только на государственном поприще, но и в судьбах очень многих граждан нашей страны, которые благодарны ему за участие в их жизни. Люди будут помнить этого уникального человека, самоотверженно отдававшего все силы на развитие нашего края, ставя государственные и общественные интересы выше личных. Коллектив журналистов, которые многие годы знали Сергея Степановича Сидоренко. Вечная память. Ребята, установка. Ребята.